Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 1 июня, 5 часов 45 минут утра. У меня сегодня снова выходной. Присоединяйтесь ко мне. У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Все потихонечку работает, все в режиме. За вчерашний день и ночь у нас было 2 воздушные тревоги. Уже практически ночью. Последнюю тревогу отменили в 3 часа 49 минут утра. На данное время все тихо, спокойно, воздушной тревоги нет, все нормально. Вчера у нас с утра был дождь где-то до обеда, и после обеда погода успокоилась, дождя не было, и посмотрела по прогнозу погоды, все, на целую неделю дождей нет. Вот и началось, как говорится, лето. Сегодня 1 июня. Большой праздник. День защиты детей. Мне очень хочется пожелать мира, счастливого детства. Чтобы у каждого ребенка были мама и папа. Чтобы везде звучал детский смех, не было тревог, и чтобы ваши мечты всегда сбывались. Сегодня хочу передать привет Миле Вавинюк. Мила, привет вам огромный! Мила написала комментарий: «Наташа, пожалуйста, покажите свои орхидеи. Сегодня с большим удовольствием вам показываю свои цветы, и даже есть чем похвастаться». Так что садитесь поудобней, пьем с вами чай, кофе и смотрим мои похвастушки. Всем приветики, привет! Правда, я самый красивый мамин цветочек? Я буду сегодня маме помогать поливать цветы, наши орхидеи, да? У нас сегодня будут похвастушки. Вот, водичку мы с мамой уже принесли отстоянную. И вот на столик поставили все наши орхидейки. И, друзья, есть чем прям похвастаться. Вот уже в экране вы увидели пиратика. Смотрите, это же просто букетище, правда? Какой же он шикарный! Я так рада, что он у меня есть. Просто прелесть. И там он еще будет, видите, там есть бутончики, которые будут продолжать цвести. Он уже цветет долго. Просто шикарный. Посмотрите. Вот я вам показываю, у меня прям улыбка на лице. Посмотрите, какая красота, какие оттенки. Какая у него губа. Да? Мама, какая губа? Мам, а почему цветочки не пахнут? Не пахнут? Вот такой красотун. Я их просто залью отстойной водой. Без удобрений, без ничего. Дальше мы переходим ко второму красотуну. Смотрите, уже один цветочек отцветает. Пока я его не срываю, он сам опадет. Бархат, розовый такой бархат, смотрите, тоже ветка шикарная, продолжает цвести. Отличный, просто отличный цветочек. Попробую включить вот подсветку, смотрите, правда красота. Желто-розовенький. А здесь вот цветет, продолжает моя афрочка. Тоже очень яркая, насыщенная. Тоже такая вот труженица.
А здесь вот, помните, я вам показывала такой красотунчик. Он уже все отцвел и засыхает его цветоносик. Но, друзья, я не расстраиваюсь. Смотрите, все хорошо. Корешки он наращивает. Новый листик наращивает. Нижние листики, правда, вот уже желтеют, но так и должно быть. Когда нижние листики желтеют и опадают сами, потихонечку все нормально. А новые растут. Видите, какие корни? С цветочком все хорошо. Надеюсь, что он в скором времени порадует цветоносиком. Но вот эту вот именно орхидею уже можно будет и поливать с удобрением для сил. Дальше, вот, друзья, я вам покажу. Вот, смотрите, тоже наращивает корешочки. Это мой самый слабенький пока цветочек. Но у него корешочки, листики, все нормально. Вот, один цветочек уже увядает. А второй еще, вот, красотун какой, с прожилочками. Еще все хорошо. Ну, а сейчас еще по хвостушке. Смотрите, я обещала, хвастаюсь. Смотрите, какие корни в этой орхидейке. Она меня порадовала новым цветоносом. Еще она сама цветет. Это белая невеста моя, красавица, красотулище. Это самые такие большие, огромные цветы у нее. Смотрите, какой размер. Ох, и красоточка. Купленная по уценке. Цветочки просто какой-то белый перламутр. И смотрите, она пробудила почку. И еще будет новый цветоносик на цветоносе. Как она меня порадовала, друзья, я просто в восторге, просто. Такая сладенькая, сахарная моя. Ну и как же, конечно, я вам покажу свою гигантеллу, вы помните? Конечно, название у нее не гигантелла, это я так ее любя. Смотрите, какие корешки, просто шикарные, тоже наращивает. Конечно, ей тяжело стоять, как-то у нее листики вывернулись на одну сторону, тяжелые, иногда заваливается горшок. Надо будет как-то придумать, может, в горшочек что-то тяжелое положить, может, у мужа возьму какой-то грузик, чтобы не заваливался. Ну и смотрите, чем она меня еще радует. Вот ее начало цветоноса. Вот смотрите, почему она моя гигантелла. Я уже не знаю, хоть бери у мужа рулетку и замеряй ее цветонос. Вы видите? Вы видите, что она делает? Смотрите, смотрите, как она расцвела. И еще вот, она будет цвести и цвести, все продолжает и продолжает наращивать свой цветонос. Она вот такая желтенькая, тоже перламутровая, с оранжевой губой. Что это за красотища-то такая? Сейчас я вам ее разверну. Вот, смотрите. Как же не похвастаться, да? Как же не похвастаться такой красотой? Ну все. О, Артур пришел на помощь. Ну, ты прям за горшка меряешь. Ну да, она стоит. Вот цветонос ее вот от цветоноса меряем. Вот так она 98 сантиметров. Но она же 98, это, ну, ее же нужно выравнивать, смотрите. Ну, так где-то будет 1.10 м. Да, а если выравнивать от цветоноса, вот, смотрите. То тогда 80, ровно 92 где-то будет, если выровнять ее. Ну,
Можно сказать, практически метр. Ну да, метр в холке. А мы сколько в холке, папочка? Папочка, ты нас не померил? А сколько же я в холке? Ты, гигант, а ну иди сюда. Ой, ой-ой-ой, папа. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот, а мы целых 29 сантиметров в холке. Ой-ой-ой. Мы кабаны. Мы красотуны. Мы красотуны мамины, да? Шикелюша, что ты играешься? Папа дал крышечку. Вот так. А, какая крышечка. Ай, какая крышечка, да? Все. А зачем ты ее грызешь, Шикелюша? Балавуся. Вот такие, друзья, у меня сегодня цветочные похвастушки. Одна орхочка только отцвела, а здесь просто сад, просто цветник. Правда? Ну все, я буду просто поливать водичкой. На третью часть протру листочки и верну на место, на подоконник. На сегодня буду завершать запись в своем дневничке. Переворачиваем вместе с вами страничку в светлое, мирное будущее завтра. Всем спасибо, что вы с нами. Пока-пока. Целуем носики. Шикелюш, целуем носики.